There's big votes coming up this week. And there's a lot of deep concern about this. На этой неделе предстоят важные голосования, и это вызывает глубокую озабоченность. Мы самая богатая страна в мире, а кому много дано, от того много и ждут. И Соединенные Штаты должны поддержать Украину. На Европу напали, и мы должны защитить Украину. Поэтому я думаю, что теперь перед правительствами встает вопрос, останетесь ли вы под его влиянием, будете ли вы пытаться умиротворить его, когда умиротворение невозможно, или вы собираетесь принять контрмеры, а если он продолжит бомбить детей в их спальнях, станут ли они террористическим государством, обозначенным как террористическое государство? Почему этого не происходит? Я думаю, что это должно произойти, если такое поведение будет продолжаться.